А власти Турции советуют немцам научиться себя вести. Те же, в свою очередь, дискутируют о бойкоте турецких курортов. Дипломатический скандал между Берлином и Анкарой продолжает набирать обороты. Причина – запрет на выступление в Германии турецких министров. Напомню, чиновники планировали агитировать турок, проживающих в Германии, поддержать конституционные изменения президента Эрдогана. Все подробности у Татьяны Лагуновой. Из ратуши немецкого города Гагенау сегодня в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников. Днем в мэрию позвонил неизвестный и сообщил, в здании заложена бомба. Взрывное устройство полиция не нашла, звонившего анонима пока тоже. Но власти города догадываются, кто и почему мог это сделать. Мы предполагаем, что это происшествие связано со вчерашними событиями, с запретом выступления министра юстиции Турции. Чиновник собирался рассказать местной турецкой общине о реформе Конституции, которую планирует президент Эрдоган. Но власти города решили ему отказать. Официальная причина – соображение безопасности. Неофициальное – нарушение в Турции прав человека. И арест немецкого журналиста, который писал критические статьи в адрес Эрдогана. Приехать в Германию с агитацией планировал не только министр юстиции Турции, но и его коллега из экономического ведомства. Ему тоже отказали власти Кёльна. Но если министр юстиции, получив от ворот-поворот свой визит, отменил, то министр экономики уже заявил, ему запреты нипочем. Дескать, он все равно приедет и выступит. Причем уже в эти выходные. Чтобы передать свое возмущение Берлину, в турецкий МИД вызвали немецкого посла. Выступил и лично министр иностранных дел Турции с совсем не дипломатичным заявлением. Если вы хотите поддерживать с нами отношения, то должны научиться себя вести. Такими методами вопросы не решают. Если будет необходимо, мы ответим соответствующе. Это наше послание Германии. Каким может быть ответ Анкары, догадаться несложно. Эксперты считают, министр намекал на отмену миграционной сделки между Турцией и ЕС, которая позволила в несколько раз уменьшить поток беженцев в Европу. Но поддаваться на шантаж Берлин не собирается. Более того, немцы придумали, чем пригрозить в ответ. В СМИ уже звучат призывы бойкотировать Турцию туристическую, то есть не ездить отдыхать на турецкие курорты этим летом. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.